Па. А, это типа стулья, да? Стулья такие разложены, поэтому такой звук нас, сука. Я схватил тебя за писюнку, я тебе ее оторву. Понял, нет? Понял, нет? Что, блядь, за анализ, чувак, хорош, завязывай. По-моему, я выбиваюсь в лидеры, да? Чувак из Спартака впереди едет, на. Бляха! Ну ты чё? Чувак из Спартака. А у него форум против очень похожая была. Ему на спину написать букву С, то прям, знаешь, передняя часть Спартака прям точно будет. Потом я сниму эти штуки, и ты сможешь пойти поиграть. Но тебе придется съесть все. Пахнет вкусно, правда же? Ты чё, бля? Кто хочет стать миллионером, что ли? Алло? Дебров, ты слишком сильно изменился. Все нормально, ты в надежных руках, дружище, я тебе отвечаю, ты в надежных, мать его, руках. Я тебе шею, надеюсь, не порежу, но я могу, чувак, если что, я могу. Если ты дернешься, я тебе разъебеню просто все, я тебе серьезно говорю. Так, все, отлично, и ты опять мне скажешь Б, да? Суки, кота! Энергия какая-то чего-то там. Реаниматор и мертвого поднимет. Отлично. Теперь, в смысле мертвого поднимет? Должен батя воскресить. Отличненько. Но это было легко, это слишком... Про. Какая-то скотина все равно взяла меня, подставила, уронила, блять, и все. Уйди отсюда. Иди попей. А я могу без ног ездить, пацаны, смотрите. Смотрите, пацаны, без ног езжу. Тихо, не врезаемся. Так, печь. Все. Картина! Нет! Картина! Не надо! Картину, блядь! Иди нахуй! Я не специально! Отлично! Так, это прям маленький такой козел, да? Прям маленький такой козел-детеныш, я так понял, да? Козел-детеныш, ну хорошо. Сука, что-то неровно, чувак. Тихо, поднимись. Так, во, козел, смотри, ну ты, бля, ты просто вылитый козлиный, я тебе серьезно говорю. Ты такой мудак просто, такой мудак, что ж козел. Ну-ка, подождите чуть-чуть еще. Вот увидишь, старина, по-прежнему лучший из лучших. Что с ним такое? Такое ощущение, будто я управляю бабушкиной стиральной машиной. Полегче, леди, держитесь покрепче и наслаждайтесь поездкой. Шлифанул, бля. Вот это... Ой-ой-ой. Пройдите полковника через препятствие, чтобы вовремя успеть на поезд. Используйте стрелки влево и вправо на клавиатуре. Каждая сложность предполагает медаль. Легко бронза, тяжело серебро. Давайте, тяжело мне хули. Ага, вот, отлично. Вот он жарит, короче, полковник, мать его, спокойно. В смысле невозможно? Все возможно. Димка пел, Билан такой, я знаю точно, говорит, невозможно и возможно. В ебе с утра, и чтобы было осторожно. Ну вот, смотри, я по диагонали как поставил, нормально. Хорошо, все правильно. Так, у меня теперь есть штопор, и теперь штопор, за ебца. Штопор. А, охуенно. Так, штопор. Штопор, за яйца. Тут во как, понял, нет? Ты посмотри на себя, ты, бля, просто опасен. Ты ебать, ты альфач, чувак, сегодня все девки твои. Такие усы просто, блядь, незамеченными не останутся, чувак. Не-не-не-не. Ты сегодня просто самец, а потом, блядь, усы. Сука, что-то не добрил. А чё это, типа... А, тут с каждым уровнем что-то открывается, это показатель... О, ебать! Эмулятор бородает, чё, блядь. Ебать, полковник шарит. Давай, полковник! Ну, ёптыш, ну, полковник, ну ты этого не заслужил, ну, неблагодарная баба, ну. Прощай, полковник, спасибо тебе, мой свинодруг. А ты это, полковник, сука, выручил. Мой полковник гоняет, ты понял, да? Вот это нормалек. Не нахуй отсюда. Давай его убей. Вот. Давай. Ну слышь ты, четырюга мелкая. О, пупирка 02. Ой. Ты понял, да?
Ты понял, да? Пупирка 02 говорит 100%. Нет, не 100%. Со второго раза прошел, да? Со второго раза. Опа. Еще один. Нахуй мне эти сушеные суслики? Мне нужен что-то, что может порезать херню. Поля. Я вас всех убил и все. Вам что, блядь, надо-то, пиздюки? Они сейчас убьют меня. Они не убьют. Привет, король. На тебе. Не убивай меня, пожалуйста. Я дам тебе мое королевство. В смысле королевство? Ты король, ты должен свое королевство защищать. Ты че, алло, отдам королевство. На-ка. А это че? Я должен был победить сразу, что за херня? Блять. Давай, ты доволен? Конечно, ты, сука, доволен. Ну как же он не будет доволен? В конце до конца. Вот, Бэс Плюс. Я тебе, сука, больше не приходи ко мне, падла. Не нравится ему, видите ли, охуел совсем. Бэс Плюсом, собака. Сильвер Ларч. На горлышко на эту палочку. Это все хуйня. Ты попробуй поставить на угол боком, чтобы она не упала. Вот что действительно физически невозможно. А остальное, ну... Чё, о чем тут можно говорить? Вот это... Это, блядь, все. И все. И чтобы ты спокойно не мог слушать эту музыку, я буду смотреть на тебя, а этот чувак будет дрыгать ногами и мешать тебе полностью разбирать все звуки, которые здесь есть. Хочется? Ладно, не урчи. Сейчас разберемся. Хватит, я думаю, это слишком жестоко. А чё тогда? Чё тогда мне делать с этим нарядом? А, толчок. Фу, блядь. Сука, много всякого говна. Давайте, короче говоря, на этом мы закончим на сегодня. Сохраняшку я прям здесь сохраню. Следующую серию начнем прямо с туалета, потому что, ну, классно же. Заходишь такой, видео открываешь, а там толкан и расческа с волосами. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Па-па-па.